прекрасно придумали игрушки. Вот у нас лично есть собачка говорящая такая. Там нажимаешь на лапку, идет, например, одна сказка. Там «Красная шапочка», «Курица Ряба», все вот эти детские сказки. Нажимаешь на другую лапку, там еще другие сказки идут. И я научила Даньку, он умеет там нажимать, скажем так, не нажимать, он просто хватает, и раз, и откуда-то голос. Раз такой смотрит, слушает, что там. Скажем так, очень помогает. А еще популярны говорящие книжки у нас. Сын очень любит, которые раскрываются, и нажимаешь, там идут различные мелодии, и они рассказывают. Вот, в том числе у нас мультики, российские и советские мультики, мы все вот так слушаем. Там «А ну погоди», и «Облака», «Белокрылые лошадки», и слушаем «Красные шапочки» и так далее. То есть очень много всего.